Всем привет! Вы на канале «Прошу к столу». Друзья, много раз смотрела видео, как запекают мясо в соляном панцире. Никак на это не решалась. И вот сегодня этот день настал. Провожу сегодня эксперимент. Надеюсь, что у меня получится, а мясо будет вкусным и сочным. Рецепт под видео, а я начинаю готовить. Крупную соль насыпаю в миску. У меня морская. Можно использовать обычную столовую крупную соль. Добавляю немного холодной воды, примерно 50 мл. И теперь нужно хорошо перемешать. Соль должна быть влажной, но не мокрой. Теперь переходим к мясу. У меня говяжья вырезка. Можно, конечно, взять и свинину. Чеснок нарезаю тонкими слайсами. К мясу с одной стороны добавляю черный молотый перец. И по всей поверхности выкладываю кусочки чеснока. Теперь беру форму для запекания и выкладываю слой соли на дно, так, чтобы дно было хорошо закрыто. Возьму пару веточек свежего розмарина и положу сверху на соль. Розмарин придаст бесподобный аромат. В принципе, вы можете взять любые приправы к мясу, которые вы любите. Здесь, как говорится, дело вкуса. Теперь мясо перченой стороной кладу на розмарин. И сверху добавляю еще черный молотый перец, кусочки чеснока и немного свежего розмарина. Духовка у меня уже разогрета до 200 градусов, а мясо закрываю слоем соли. Закрыть надо со всех сторон хорошо. Проверьте обязательно сбоку, чтобы мясо не касалось бортиков. Между мясом и бортиками обязательно должен быть слой соли, иначе мясо получится сухим. На 1 кг мяса уходит 2 кг соли. Теперь в разогретую до 200 градусов духовку отправляю мясо на 20 минут. Потом уменьшаю температуру до 180 градусов и оставляю мясо на 1 час. Ну вот, прошло 1,5 часа. Аромат розмарина и чеснока бесподобный. Снимаю соляной панцирь, и вот оно мяско, красивое и ароматное. Вытаскиваю мясо из формы, убираю розмарин и чесночок и скорее отрезаю кусочек. Друзья, будем рады вашей подписке, комментариям и лайкам. Спасибо, что смотрите нас. Ну что, друзья, мясо готово. Наступил тот долгожданный момент. Попробую кусочек. Мне, конечно, немножко волнительно. Первый раз такое действительно готовила. Ну, посмотрим, что получилось. Получилось вкусно. Мясо действительно не соленое. Честно скажу, столько смотрела видео и даже не верила, что оно может быть не соленое, потому что 2 килограмма соли ушло. Конечно, это говядина. Она немножечко суховата, но в то же время она сочная. Получилось очень вкусно. Рекомендую вам приготовить по такому рецепту. Пока мясо запекалось, я еще приготовила грибной соус. В общем-то, говядину очень вкусно подавать с грибным соусом. Соус совершенно простой. Я просто обжарила шампиньоны с луком, залила сливками, добавила специи. И, в общем-то, соус готов. Поэтому здесь на ваше усмотрение вы можете подавать любой соус, какой вам нравится. С грибочками будет самое то. Спасибо, что смотрели наш канал. Подписывайтесь, прошу к столу и приятного вам аппетита!